Общественники, руководители и активисты ТОС снова сели за парту. В группе 40 человек. Повышение квалификации – это прежде всего новые знания, новое общение, новый опыт, повышение уровня знаний по основам управленческой деятельности и компьютерной грамотности. Это уже не первый опыт филиала организации обучения общественников. Мы рады тому, что мы сотрудничаем с администрацией, рады тому, что наши ТОСовцы, что наши общественники учатся. Мы восхищаемся им, что они помимо общественной работы еще успевают учиться. ТОС является важнейшим связующим звеном между населением и властью. Каждый житель, участвующий в организации общественного самоуправления, является значимым человеком в жизни города. Организовав эти курсы, мы почувствовали себя просто на высоком уровне, потому что нам преподавали и профессора, и очень молодые преподаватели. Они очень грамотно, очень доступно, терпеливо все рассказывали. Все мы очень... В возрасте не очень молодом, но тем не менее мы почувствовали, что мы очень значимы, что нам хочется жить дальше, творить и украшать наш город Анапу. Студенты признались, хочется постигать новое, тем более учиться никогда не поздно. Был бы ученик готов, а учитель найдется. Интересный возраст, второе дыхание открывается, жить становится вкусно. Сослан Тиблоев разучивает новые, более сложные программы на компьютере. В наше время... Независимо от возраста, все должны уметь пользоваться и работать на компьютере. Без этого уровень сегодняшнего современного, значит, мира будет недостаточно любого возраста человека, особенно молодым. В любом возрасте очень интересно ощутить себя хотя бы на несколько месяцев студентом. Вручение документов об окончании обучения прошло в теплой дружеской обстановке, но при этом с учетом правил делового этикета и торжественности момента. По доброй традиции выпускники сделали общее фото на память. В преддверии Нового года каждый из них сделал себе подарок, получил документ об образовании. Поэтому я думаю, что очень достойное завершение 2014 года и хороший подарок себе на Новый год. Елена Некрасова поблагодарила общественников за успешное окончание курсов. Если ТОСовцам понадобится организовать конференцию, круглый стол, двери университета для них всегда открыты.